Белла Хадид пробует себя в роли дизайнера. Модель решила пойти по пути старшей сестры Джиджи, которая выпускает коллекции для брендов Стюарт Вайсман и Томми Хилфигер. В новом году Хадид-младшая создаст собственную коллекцию для марки Chrome Hearts. Контракт модели предложили не просто так, она давно является поклонницей бренда. Социальная сеть Instagram провела ежегодные подсчеты и опубликовала рейтинг самых популярных девушек года. На первом месте находится, пожалуй, самая популярная модель года Джиджи Хадид. На ее аккаунт за год подписалось более 16 миллионов человек. Вторую строчку заняла Кара Делевинь, а на третьей позиции расположилась Хейли Болдуин. Райан Рейнольдс – один из самых популярных актеров современности. Наконец, его талант оценили по заслугам. Актер получил именную звезду на Голливудской аллее славы. В такой ответственный и радостный момент Райана поддержала его семья – жена Блейк Лайвли, двухлетняя дочь Джеймс и двухмесячная младшая дочка, чье имя до сих пор неизвестно прессе. Западной прессе стали известны подробности свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. По сообщениям инсайдеров, торжество состоится уже на следующей неделе. По их словам, оно пройдет в Австралии, в роскошном особняке на побережье. Напомню, Майли и Лиам начали встречаться в январе 2016 года. Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория мечтает о рождении ребенка. В интервью глянцевому изданию актриса заявила, что они с мужем готовы к пополнению в семействе. Напомним, пара начала встречаться в 2013 году, а свадьба состоялась спустя 3 года в Мексике. Для актрисы нынешний брак стал третьим, но детей у нее пока нет. С вами была я, Ева, и вы смотрели программу Breaking News. Еще больше новостей на сайте телеканала www.ufc.tv.